В украинской столице обсуждают задержание бывшего командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука. Скандально известный депутат Верховной Рады уже давно находится под подозрением в создании преступной организации, бандитизме. И вот сегодня попался обычным патрульным. Мельничук вел машину без документов. Выходить из автомобиля экс-комбат отказался. Рассказывает, что запугивал стражу порядка какими-то корочками. Заявлял, что он особенный и задержать его невозможно. На деле неприкосновенность Мельничука сняли еще в июне. Отпустили под залог. Сейчас он невыездной. Если обвинение докажут, ему грозит пожизненное заключение. Но пока идет следствие, парламентарий, которого после выступления боевиков «Айдара» выгнали из фракции «Лешко», ругается со своими обидчиками посредством соцсетей. Он недавно предложил отстранить на время расследования событий в Мукачеве главу МВД Арсена Авакова. В свою очередь, заместитель Авакова тоже в интернете заявил сегодня, что никакие корочки Мельничуку не помогут избежать правосудия.